Это моя Афродиточка из пены морской. Я сюда еще добавила шарфик. Вот, пожалуйста, куча бижутерии, качественной, стильной, хорошей. Вот, пожалуйста, еще шарфик. Шарфик качества превосходное. И вот я его положила кусочек, конец шарфика в кармашек. Кармашки нам нужны, он у нас уже не потеряется. Как стильно, как модно, как грандиозно. Пожалуйста, вот последняя шапочка продается из норочки. Вот такой шикарный шарф палантин. Это не стекло, это человеческая прекрасная ткань. И вот, пожалуйста, пальто одно, пальто второе, пальто третье. Это бренд. Это турецкий шикарный бренд, который работает на Дубай. Здесь курточка. Все это уже последнее. Это вообще последняя джинсовочка осталась. Вот это чудо, какая красота. Ко мне заходят и говорят, вы очень-очень сильно отличаетесь от всех. Девчонки, я стараюсь. И вот моя елка. Я, кстати, вчера купила красивые украшения еще сюда, на эту елочку надо добавить. И забыла дома. Там еще два красивых ангелочка. Торговый центр Курс, Ангел Ин Сити, второй этаж. Девчонки, даже в центре Москвы сравнивать мою одежду не с чем. Во-первых, там все было маленького размера, все блестело. И я теперь прекрасно понимаю, когда ко мне заходят и говорят, нет ни одного блестка. Конечно, столько блестков насмотреться, что просто дурно станет. У меня здесь все очень стильно, качественно, скромно. И я очень люблю моду. Все, девчонки, жду. Спасибо. Мы лучшие. Я горжусь этим. Гордюсь.